край длинных зимних ночей и короткого лета. Край, который постоянно ощущает дыхание Северного Ледовитого океана. Здесь, у 70-й параллели, на вечной мерзлоте воздвигли люди город и назвали его Воркута. Город мой поутру разбудил хановей. Город мой в эту ночь замело до бровей. Город мой, что у самого края земли обошли стороной журавли. Город мой, пусть весна затяжна и снежна, Воркута, ты сегодня как в сказке княжна. Воркута, мы замерзнуть тебе не дадим, и весну отогреем дыханием своим. Северной кладовой каменного угля, этого драгоценного источника тепла и света, называют Воркуту. Со всех сторон окружили город шахты Ордена Ленина объединения Воркута-Уголь. Шахтеры – гордость города, самый большой отряд его тружеников. Это тоже шахта, только учебная. Все здесь сделано руками самих учащихся горного техникума. Нужна и почетна профессия угледобытчиков. Обучение горняцкому делу – одна из забот города. В Воркуте есть своя кузница кадров, профессионально-техническое училище, горный техникум, филиал Ленинградского горного института. Учебная тревога. Эти люди в скафандрах и причудливых костюмах скорее похожи на героев фантастического фильма, чем на горноспасателей. Но заняты они вполне реальными земными делами, охраной труда и жизни шахтеров. Заканчивается очередная тренировка. В любой момент должен быть готов горноспасатель исполнить свой долг.
Современная шахта уже немыслима без новейшего оборудования. Сегодня на службе у горняков Севера и автоматика, и телемеханика, и электронно-вычислительная техника. Суров климат Воркуты. До минус 50 с ветром и метелью доходит порой температура полярной ночи. Особые условия требуются здесь для работы и жизни человека. И они создаются на воркутинских шахтах. Современные шахты Заполярья располагают собственными цехами здоровья, через которые проходит каждый после своей рабочей смены. Человек живет на севере, покоряя тундру. Оказывается, и мерзлота не вечна. Терпеливо, из года в год, отвоевывают у природы воркутинцы Заполярье. Летом зеленеют деревья на улицах. И никому из жителей это не в диковинку. Круглый год в теплицах растут свежие овощи. И, конечно же, цветы. На всю Коми-республику славятся воркутинские кондитеры. Северный торт – лучшее украшение праздничного стола. Получается, что весной погода радует яркими лучами и обильным светом наступившего дня. И все же детям Заполярья не так уж много в году достается солнца. Дефицит этот с лихвой возмещается теплом и заботой о них. Дома и школы строятся здесь в арктическом исполнении, с искусственным микроклиматом, зимними садами и бассейнами. Сотни ребят принимает ежедневно дворец пионеров, один из крупнейших на севере. Здесь, на скоростной трассе управляемых автомоделей, часто проходят всесоюзные соревнования.
известный геолог профессор Чернов еще в годы становления страны Советов открыл Печорский угольный бассейн, а позднее сын его – Воркутинское месторождение. Сегодня геологи, продолжая дело ученых, исследуют и раскрывают новое богатство недр большеземельской тундры. Город Воркута возник в суровом 1943 году. Отсюда, из заснеженного холодного края, шло тепло блокадному Ленинграду. Воркутинский уголь питал топки военных кораблей и оборонных заводов. Из Воркуты и сегодня идут угольные эшелоны в самые разные города Союза. И страна высоко ценит нелегкий труд шахтеров. Только на шахте-гиганте Варгашовской за досрочное освоение проектных мощностей 100 наиболее отличившихся горняков награждены орденами и медалями. Почетных шахтеров, героев труда, можно встретить на всех шахтах объединения «Воркута-Уголь». Двести тысяч жителей Ордена Трудового Красного Знамени города Воркуты, шахтеры и геологи, строители и железнодорожники с гордостью называют себя северянами и чувствуют себя здесь не временными, а постоянными и полноправными хозяевами. Тревога и мечта, здесь сердце тундры вечно молодое, людским теплом согрето навсегда, и светит под полярной звездою шахтерской славы красная звезда, и светит под полярной звездою шахтерской славы красная звезда. Над нашим городом метели, недолог зимний за полярный день. И нет мечте ни края, ни предела, как нет предела мужеству людей. Здесь сердце тундры вечно молодое, людским теплом согрето навсегда, и светит под полярною звездою шахтерской славы красная звезда. И светит под полярною звездою шахтерской славы красная звезда.